Так. И что? Понимаете и говорите, какого она цвета. Вот это желтый. Желтый цвет и любую желтую карточку выбираете. Так. Любую желтую. Давайте я прочитаю вопрос. Да. Неловкий вопрос. Писали вы когда-нибудь на машинах надписи серии «Помой меня»? Вот такой вот вопрос. На моей машине часто пишут. Вам не приходилось в детстве, да? А вообще в детстве были хулиганистым ребенком или... Я вообще очень изменился. Я был страшный авантюрист. Это сейчас я стал такой приличный человек, там, к 75 годам, как-то уже положено вроде там. А вообще был авантюрист страшный. Родители строгие были? То есть отец был строгий, а мама меня очень любила, и бабушка, они просто меня обожали. Второй вопрос. Посмотрим. Так, голубая, да, возвращайте обе фишки в мешочек, что у нас был шанс, и желтую тоже туда же. Давайте карточку. Вопрос на подумать. Сидите ли вы на дорожку перед поездкой? Раньше присаживался, сейчас некогда, сейчас время быстро летит, надо скорее в дорогу. Время утраты традиции, это тоже есть такой момент. И финальное, последнее. Ну, надо подумать, что тут красного цвета или какая-то. Ну, может вот быть, это. Да, вот снова. Могла быть голубая, но стала красная, да, по всему. Прошлись. Так, откровенный вопрос. Расскажите о своем худшем свидании. Худшем? Да. У вас, кстати, служенные были свидания, когда вы в школе учились? Или нет? Ну, наверное, были, но... вспомнить. Но вообще, это еще Достоевский замечательно сказал. Он сказал, не только с братом своим, но и с отцом своим не имеешь ты права говорить о своих отношениях с женщиной. А я так в последнее время читаю актерские воспоминания. Ага. Это там сплошь просто такие откровения идут. Да не о самом себе, к сожалению, а еще о других людях. Вы, прежде всего, наверное, Кончаловского имеете в виду, да? Кончаловского, прежде всего, да, мемуары имеете в виду. И Рудинштейн, кстати, тоже, в общем, написал достаточно скандальную вещь. Ну так про самое худшее свидание вы можете рассказать, не называя имен? Было ли такое вообще? Нет, все свидания были лучше. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.